Гастрономический фестиваль «День зарайского огородника» прошел на территории дома-музея скульптора Анны Семеновны Голубкиной. Потомственные огородники Голубкина в конце 19 столетия слыли в Зарайском уезде настоящими искусниками садово-огородничьего промысла. Возрождая традиции семьи скульптора, музей в этот день продемонстрировал гостям урожай с огорода дома Анны Голубкиной. Также на праздник прибыли огородники из Зарайска и ближайших городов, которые поделились секретами выращивания овощей и показали свои достижения на ярмарке. Овощи, варенье, соленье и мед. Для детей была организована детская творческая площадка. В этом году одним из самых популярных развлечений на празднике был конкурс по изготовлению букета из трав и овощей. Невероятные композиции из огурцов, свеклы, моркови, салата стали настоящим украшением гастрономического фестиваля. Несмотря на дождливую погоду, в доме Анны Семеновны Голубкиной зарайцы делились секретами выращивания овощей и фруктов, участвовали в конкурсах, народных играх, викторинах, мастер-классах и экскурсиях. Можно было также послушать фольклорную программу, которую представил коллектив «Эстетик Бэнд». Как у месяца золотые рога, золотые рога, а у месяца, ой, яли-яли, яли-яли, ой, яли-яли, яли-яли, как у молодца, очень ясное, очень ясное, распрекрасное, ой, яли-яли, яли-яли, ой, яли-яли, яли-яли. Валерий Маркович, Герман Беляев, Анастасия Булатова, Александра Боброва. Студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.